одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Нам помнится вороне, кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корове, му-му-му-му-му-му-му. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть и 300, а может полкило. На ель она взлетела, а может не взлетела, а может быть на пальму с разбега взобралась, и там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать спокойно собралась. Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой, а может, это дворник был, а может быть, залаете, а может, замычите. Коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат, а может быть, вручат, а может.